10 минут. Никакого волнения нет, потому что я уверен, что все будет хорошо. Вы все знаете, что у нас есть определенные проблемы финансовой системы. Давайте обозначим три проблемы, которые сейчас есть. Это первое, усиление доли государства. И это приводит к тому, что некие застойные явления, в частности, не появляются новых интересных акций. Да? Допустим, возьмите меня, аналитика. Я должен там 20 лет рассказывать про акции «Газпрома». А людям-то другой интерес, да, вот людям интересно, например, акции «Тесла», условно говоря. И что-то новенькое, интересненькое. Приходит молодежь, там, 20 лет, да, и молодежь должен рассказывать про акции «Газпрома». А они там читают про Миллера, всякие нехорошие вещи, про «Северный поток-2». И совсем у них нет желания инвестировать в акции «Газпрома». Но «Газпром» — это условно говоря, условно. Просто из-за того, что усиливается роль государства, нет интересных акций. Но мы все-таки расскажем вам, что есть интересные возможности. Два фактора успеха – психология и управление капиталом. Вот я просто хочу пару слов сказать о управлении капиталом. Я уже на протяжении 10 лет рассказываю простую историю. Как торговать успешно, не имея вообще знаний никаких. Система называется «подброс монетки». Кидаем монетку, ну наверняка все 90% из вас слышали эту стратегию. Кидаем монетку, орел покупаем, резко ничего не делаем и потом продаем. Покупаем, продаем. Как вы думаете, в долгосрочной перспективе, какие у меня перспективы? Я буду выигрывать или проигрывать? 50-50, совершенно верно. То есть как бы я буду кормить брокера. Тут плохо видно, но я просто объясню, что это такое. Это мы собрали прогнозы крупнейших аналитиков, в том числе и европейских, ну из таких банков, как Сведенбанк, Сбербанк, Райффайзен, Нордея. Посмотрите, там все просто монстры. Это, значит, слайд мы делали в конце 2015 года и собрали прогнозы ведущих аналитиков на курс доллара к рублю, вернее рубля к доллару на конец 2016 года. Вот эти крупнейшие, известнейшие аналитики из этих классных банков дали прогноз от 55 до 75 рублей. Да? Для меня самое приятное прогноза Андрея здесь нет, а если был, он был бы как раз в той точке. Кстати, какой был курс доллара к рублю в декабре 2016 года? 64. Нет, там 60. То есть где-то посередине на самом деле. Следующий слайд, это мой любимый слайд номер два, в перспективе, потому что это прогнозы, которые мы собирали в начале 2016 года. Вот эти же самые известнейшие европейские аналитики на конец 2017 года по этой же самой паре. Если кому интересно, возьмите у Цериха презентацию, она есть, и просто вот посмотрите, да, про аналитику. Ну, такое лиричное отступление. Кстати, сразу скажу, что я вот прогнозов давать не буду. Она, в принципе, запрещена сотрудникам биржи. Вроде бы считается, что мы обладаем каким-то инсайдером, каким инсайдером, я не понимаю, но запрещено давать прогнозы. Кстати, вот сколько бы раз я не предупреждал бы, допустим, во время выступления, что прогнозы не даю, всегда в конце мероприятия подойдет кто-то в кулуарах и говорит: «Слушай, нам нет, скажи». Мне-то можно. Я говорю: «Да не знаю, я ничего, тем более запрещено». И один раз в Санкт-Петербурге очень хорошо меня подела одна пара. Подошли молодые парни с девчонками, ну, лет по 20, наверное, им было. И говорят: «Ну, мы знаем, что вы не даете прогнозы, ну а сами-то вы куда вкладываете?» Я думаю: «Молодцы». И я ответил абсолютно честно. Говорю: «Я в дочку, потому что, ну, любит у меня дочка танцы». А занятие танцами, это, ну, как оказалось, лучше. Особенно, когда получается, это же и тренеры, и топ занятий, и костюмы, ну и так далее, и так далее. Вот, они посмеялись, и я был в следующий раз в Санкт-Петербурге, и спустя где-то 7 или 8 месяцев ко мне подошла та же самая пара, и девочка так была глубоко, так на 7-8 месяце беременности. То есть они приняли дословно мой прогноз, что надо вкладываться в детей. Вот пусть мне кто скажет, что я зря в Санкт-Петербург приезжал, хотя бы одно хорошее дело я сделал точно. Значит, половина, опять же, средств массовой информации пишет: все, рынок катится в тартарары, и вторая половина пишет: нет, все хорошо, и так далее, и так далее. И вы думаете: ну, может быть, сейчас я вот сейчас кнопочку нажму, сейчас вот куплю что-то, сейчас посмотрю. Вот не надо торопиться смотреть, не надо торопиться смотреть. Если есть возможность посоветоваться с вашим конкретным брокером, руководствуемся в первом приближении какими-то фундаментальными критериями, как то, например, экономика данной страны, она растущая или падающая, да, то есть будет приток капитала в эту страну или нет, он может быть
прямые инвестиции сразу в производство. И на фондовый рынок что-то может пройти. Вот, например, Россия, к сожалению, сейчас в аутсайдерах оказалась в этом году, среди развивающихся рынков. Вы когда-нибудь видели, когда роботы играют в футбол? Сейчас на Западе едут, чемпионаты мира проводятся, да? Вот примерно мы на такой же стадии находимся. А роботы, которые, единственные роботы, которые работают, это роботы-арбитражеры и хеджеры. Так, а можно вам вопросить? У вас есть автомашина? Да. Тогда у вас термокрутка от машины. Спасибо. Подать попробуем. Я думаю, что поскольку вы спрашивали про влияние санкций, вам нужен зонтик. Зонтик, который защитит вас от санкций. Антисанкционный. Да, пожалуйста. Вообще все, он полезный человек. Я бы тоже не знаю. Обещал. А что это было? Что поймали? А? Ошибка вышла, не та рыба. Какая? Ребята. Мы ждали сазана. А это что? А пришел тарашка. Тарашка? Поэтому мы перекидываем удочку, и сейчас нам будет ловиться большая рыба. Но все прошло хорошо, и был полный зал. Так что... Думаю, что мероприятие удалось. А ничего, что рынок упал за день? Ну как упал? Вчера был конец квартала, в первой половине дня рынок рос на 0,8%, а потом фактически все отыграли назад на фоне опять опасений по поводу принятия санкций антироссийских. И отличился только Сбербанк. Вот там возможно увеличение дивидендов. Сейчас как раз эту тему обсуждали между собой. У тебя портфель есть Сбербанк? Есть Сбербанк, да, Сбербанк есть, и мы ждем закрытия постдивидендного гэпа, поэтому пока что бумагу держим. Хорошо здесь жить, интересно? Интересно. Гора Багдо есть, пещеры, источники, озеро. Паскунчак. Грязь лечит суставы, ноги. На озере грязь? Нет, на источниках грязевые и такие простые холодные. Слушай, так часто бывает, чтобы 40 градусов в Астрахани или как? Я очень редко видел такую жару. Это не Астрахань, это Баскунчак. А здесь жара еще круче, как я понял.